на нашу цему сейчас будем раскладываться, будем плавать. Покажу вам речку, лодку вам покажу, какую я себе заказала, четкую. И поплаваем, покупаемся, взяла аквабокс, думаю, будет прикольно посмотреть. Давай поможешь мне. Вода у нас теплая уже под вечер, так не запланировано даже было. Решили приехать. Оп. Так, раскладываем нашу лодочку. Я думаю, вы уже поняли, что она с надписями. Мы уже на ней плавали, когда эфир запускал, но неудачно, потому что у нас был ветер. И Надя, же ключи. У нас был ветер, и было неудобно. Можешь разложить еще? Да, могу. Так. Пальма нам немного грязная сейчас. Помоем ее. И будет все четко. Так. Давай. Сейчас. Иди сюда. Взяла себе собаку. Да ладно, это не наш пес, собака такая. Привязала. Сейчас с нами поплывет, будем по рыбалке получать. Рыбалку на хвост? Да. Плывем. Ну как, еще не плывем, но отплываем только, ребят. Не брала еще сюда подушку. Тут еще подушка есть, но нам и так тащить много, поэтому не стали. Так, смотри, осторожно, чтобы телефоны нам рано. Пойдем тогда там. Ага. Ой, поплыла. Смотрите, такая лодочка, ее, конечно, помыть надо. Такое неприятное дно. Ее помыть надо, но. Ничего, потом. Блин, так прикольно. Ну, пойдем сейчас дальше. Ну, все, мне дно неприятно. Снежана у нас с веслами, с веслом. Ну, если разделить на два, то с веслами. Блин, такая вода у нас четкая. Пишите в комментарии, вы уже купались этим летом или еще нет, но... Мы прям четко искупались. Ребят, по поводу лод, хочу сказать, изготавливал мне ее завод Time Trial. Да, слышно. Изготавливал мне ее завод Time Trial. Мы ему заказы лично, потому что, вот видите, мой логотип. Вот их логотип. На горизонте капитан! 10 уровня плывем! Поплыли, давай, быстрее веслами, греби! Греби быстрее! Снежана, быстрее! Быстрее, давай! Ну ты чё, ну у нас лодка с мотором, ну ты чё, давай! Гребешь, как на обычной надувной! Давай, покажи свою силу и мощь! Да эта яхта еще все яхты уделает. Поплыли, вот это водоросли. Блин, это тут у нас Карибы. По-другому ничего не скажешь вообще, ребят. Да, вот это отдых. Это вам не ваши Мальдивы. Вот это да. О, началось. Все. Вон, поплыли на тот берег. Поплыли, но ты вон не видишь остров, что Мальдивы начинаются. Тот берег, он платный. А для нас все бесплатно. Скажем, мы вас прорекламируем. Для нас что платно, то бесплатно. Меня катают сегодня. Я сегодня отдыхаю. Вот так. Показать. Мы с вами сейчас на пляж едем, на речку Донецк.
Лера у нас сегодня таксист. Мы сменяемся, у нас по сменам работа. Тихо-тихо, не психуй. Все, вот здесь останавливайся сейчас. Тут есть дно, тут уже это... Нет. Веслом проверь, почему ты не можешь? Я боюсь, я хочу... Дай мне, пожалуйста, весло. Вот так вот берешь. И топишь. Секунду, ребята. Вот, оно, блин, Лер, тебе сейчас по пояс здесь будет. Отплываем назад. Какой тут, ну, я не знаю. Песок там. Ты понимаешь, что тебе здесь даже по колено будет? Да я боюсь, что на дне что-то будет. Что там будет? Скажи мне, что? Что-то страшное. Till I get up, time is barely on our side. Теплая, да, прям кайфово.